вами Снежана, и вы на канале Снежана Снежок. Наверное, вы видели у меня такое видео, там, где у меня была неоновая обводка. И сегодня я вам расскажу и покажу, как сделать эту обводку на Android. Ну что, погнали! А, кстати, посмотрите мой пример. Первое. Для этого видео нам понадобится приложение FlipaClip, где мы разрисуем наше видео. А программа KineMaster и Light Motion, где мы наложим эффект. А перед тем, как мы начнем, поставь лайк этому видео, подпишитесь на меня в лайке и на меня в ТикТоке. А теперь погнали! Клип. Нажмем на плюсик и назовем наш проект. Ну, не важно, как вы его назовете. Дальше нам нужно выбрать фон. Справа у нас появляется панель инструментов, и мы выбираем заливку экрана. Нам нужно выбрать зеленый цвет. Размер оставляем для YouTube, а частоту кадров установим 12. Дальше нам нужно добавить видео, которое мы будем разрисовывать. В правом верхнем углу нажимаем на три точечки, добавить видео и выбираем то видео, которое нам нужно. Я увеличу видео для того, чтобы было удобнее разрисовывать. Дальше в верхнем левом углу нажмем на карандашик, выберем цвет, которым мы сейчас будем рисовать. И я начну с того, что нарисую цветную рамочку. А вы можете рисовать все, что вам угодно. Дальше свое видео я ускорю, чтобы вам не нудно было смотреть. И вернусь тогда, когда буду разрисовывать другое. Все, рамочку я дорисовала, теперь я хочу разрисовать волосы. Еще немного увеличу видео, выберу цвет и начну обрисовывать волосы. Для волос толщина кисточки очень толстая, поэтому я ее немного уменьшу. Для этого нажмем белый кружочек с черной точкой и, не отпуская палец, проведем пальчиком вниз, чтобы снизить нашу кисть. Начнем обрисовывать волосы вот таким вот способом. Переключим на следующий кадр и дальше разрисуем. И так до конца нашего видео. И таким же способом я обрисую одежду. Я все разрисовала, теперь наше видео нужно сохранить. Нажмем на три точечки в верхнем правом углу и нажмем «Создать фильм». Нам нужно вернуться в наш проект и нажать «Слои». У нас откроется меню, и теперь нам нужно скрыть наше видео. Нажимаем туда, где написано 100%. У нас остался слой с зеленым фоном, на котором есть наш рисунок. Этот слой нам тоже нужно сохранить. Только чтобы он не изменил наш предыдущий ролик, его нужно переименовать. Но это еще не все. Теперь нам нужно сделать еще неоновую подсветку. Для этого мы перейдем в программу Light Motion. Нажмем на плюсик. Выберем размер нашего видео. Я выберу вертикальный. И нажмем «Создать».
Дальше нажмем «Медиа» и добавим наше видео, которое мы сохранили с Флипа Клипа. Вот оно у нас. Оно у меня не по размеру, поэтому я его увеличу на весь рабочий стол. Нажимаю «Перемещение и изменения». Выбираю квадратик со стрелочкой и ползунками подгоняю размер. Это у меня такое видео получилось. У вас может быть оно сразу уже на весь рабочий стол. И тогда эту процедуру вы можете просто упустить. Дальше мы снова нажмем на плюсик, медиа, и добавим второе наше видео, которое на зеленом фоне. Вот оно у меня. Оно у меня также не по размеру, поэтому я его подгоню по размеру. Переместим наш слой наравне с нашим видео. И теперь с нашего слоя нам нужно убрать хромакей. Выделяем его, выбираем эффекты, добавить эффект. И в разделе винетка, маска, ключ выбираем хроматический ключ. Нажимаем на квадратик с зеленым цветом. В палитре выбираем пипетка и наводим на наш зеленый цвет. Ползунками подстроим так, чтобы нас все устраивало. Теперь снова выделяем наш слой, эффекты, добавить эффекты. В разделе «Рамка» выбираем эффект свечения. Посмотрите, какой крутой эффект у нас получился. Вау, просто нереально круто. Этот эффект можно отрегулировать. Нажимаем свечение и ползунками подстраиваем так, чтобы вас все устраивало. Можно даже поменять цвет свечения. Давайте посмотрим, что же у нас получилось. Получилось очень круто, мне очень нравится. А вам напишите, пожалуйста, в комментариях. Если тебе понравился мой туториал, то поставь, пожалуйста, пальчик вверх и подпишись на мой канал. Я буду очень благодарна. А теперь наш шедевр можно сохранить. Нажимаем на стрелочку в верхнем правом углу, «Экспорт видео», «Нет, спасибо, мне нравится водяной знак» и «Продолжить». Подождем, пока наше видео экспортируется, и в конце нажмем «Сохранить в галерею». Вау, у тебя нереально круто получилось! Продолжай в том же духе! От меня огромный лайк! И смотрим видео второго лайкера! Вау, у тебя очень круто получилось! Продолжай в том же духе! От меня лайкосик! На этом все! Я думаю, видео вам очень понравилось, и оно было вам очень полезным, и вы снимите подобное видео. А когда снимите, пишите хэштег «Снежана Снежок» и хэштег «Хочу видео Снежаны». Я вас найду и лайкну! Всех люблю! Пока-пока!